вспыхнул, как спичка. Сегодня в полдень в Южном загорелся жилой дом. В это время в помещении находилось два человека. К счастью, они не пострадали и успели вовремя выбежать из горящего здания. На место пожара были направлены 6 боевых расчетов. По словам очевидцев, пожар начался в половине 12 дня. Это дом на два хозяина. Возгорание началось в одной из квартир. Предположительно, причиной возгорания послужило неправильное использование дымовой печи. Огонь быстро распространился по тамбуру, который был построен из шпал. Жители самостоятельно пытались бороться с пламенем, но безуспешно. Соседи вызвали пожарных и скорую. Все там сгорело, а так-то он живой, вот стоит. Соседи хотели тушить, а он не хотел. Один из хозяев уже теперь сгоревшего дома дать какой-либо комментарий не смог. Он все еще находился в шоковом состоянии. Пострадавшая семья из 7 человек, по словам соседей, неблагополучная. 5 детей топили печкой, обычными дровами. Газ у них отключили с год назад где-то еще. Ну что, печка, открытый огонь, там любая печка загорится, труба-то она раскалилась и все. Спалил еще и деда старого. По данным МЧС, на то, чтобы потушить пожар в этом доме, потребовалось несколько часов. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты. Результаты будут известны в течение 10 дней.